В полку прибыло. Колымскому избиркому на выборах президента страны будут помогать наблюдатели от Общественной палаты региона. 105 человек уже прошли обучение на специальных курсах. В их обязанности входит контроль за ходом голосования и пресечение возможных нарушений, как со стороны избирателей, так и со стороны членов участковых комиссий. Тамара Сергеева за выборами наблюдает уже несколько лет. Был случай на участке, работала 20 часов до 4 утра. Я мотивируюсь прежде всего, что выборы должны быть честными. Поэтому я до самого победного конца нахожусь и не стесняюсь сказать: нет, давайте-ка еще раз пересчитаем. Это нормально, я считаю. Общественные наблюдатели обладают не только правами, но и обязанностями. За допущенные ими нарушения грозит штраф до 1000 рублей. Запрещено, например, агитировать или участвовать в подсчете голосов. С участка наблюдателя могут даже удалить, но такого на Колыме еще не случалось.